19 апреля в Казани состоялся российский венчурный форум – центральное событие венчурной индустрии страны. Российский венчурный форум состоит из двух блоков – экспозиционного, в рамках которого проходила презентация инновационных проектов, и конгрессного. Более 50 компаний презентовали уникальные проекты. Участие в мероприятии принял президент Республики Татарстан и советник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. Ежегодный Казанский федеральный университет представляет свои разработки на российском венчурном форуме. В этом году был сделан особый акцент на нефтедобыче. Михаил Алексеевич, не могли бы рассказать о том, какие разработки представлены в этом году? Сегодня мы представляем здесь разработки, связанные с добычей тяжелых нефтей. Нашим университетом, большой командой исследователей, создается новая концепция в нефтедобывающей сфере. Это концепция подземной нефтепереработки. Это когда мы уже в пласте можем из тяжелой нефти получить легкую и добыть ее в более высокого качества и в большем объеме. Мероприятие за годы своего существования стало уникальной для России площадкой содержательной дискуссии, местом встречи экспертов российского международного рынка венчурных инвестиций, которые задают направление развития высокотехнологического сектора страны. Учитывая небывалые темпы, которые технологический прогресс достиг в 21 веке, важно уделять внимание поддержке и совершенствованию компетенций и сегодняшних профессионалов. Это большая возможность, чтобы нам понять, навести правильный фокус на то, что мы делаем, чем мы занимаемся, чтобы понять современные тренды и отношение к тем разработкам и тому пути, который мы делаем, который мы совершаем. За последние 10 лет местное венчурное мероприятие переросло в мероприятие всероссийского и даже международного масштаба. Традиционно предприниматели, авторы проектов смогут представить свои идеи наиболее успешным представителям российского венчурного бизнеса. Диана Шилова, Ленардо Лисьяров, Универньюз.